Лена у нас в гостях. Посмотрите, какая мягкая, натуральная блондинка с шикарными глазами. И Лене сегодня наши мастера будут выполнять классические стрелочки. 3 года назад уже наша команда делала, видите, межресничный перманент. И он там есть уже 3 года. Он такой светло-светло-коричневый, то есть без какой-то синевы, жутких оттенков. Как раз, девочки, смотрите, глазам 3 года, а бровям тоже примерно 3. 3 года, ну плюс было обновление у вас, да? Да, коррекция была. Была коррекция, и посмотрите, насколько видно, что это татуаж. Напишите в комментариях, что в вашем представлении татуаж спустя 3 года. И сегодня мы добавим гламурности к взгляду. Неделя в Новосибирске продолжается. За этот год, и учитывая еще вчерашнее обучение, очень много мы внедрили всяких новых штук в Москве. И хоть мы обмениваемся с мастерами Сибири онлайн, но, конечно, живая отработка, живое обучение, повышение, оно ничего не заменит. И у нас вот уже такой 4-й с вами день. 4-й день. В общем, сейчас Настя делает стрелки. Вот такой результат получился. Процедуру выполняла мастер Анастасия, тренер нашей студии. Настя золотая ручка. Вот так выглядят глаза после перманентного макияжа глаз. А брови спустя 3 года. Лена, насколько вам было больно делать глаза? Почти не больно. От 0 до 10? 2. Серьезно? Замечательно. Вы героическая женщина. А Настя молодец. Посмотрите, какие красивые у нас зажившие глаза. Расскажите, как вам впечатление, было ли вам больно? Нет, больно совсем не было. Нравится вам результат? Да, очень красиво. И утром, главное, очень мало времени занимает краситься. Отлично.